В соцсетях Ульяновска 23 июля появилось видео о якобы перестрелке то ли в одном из кафе в Новом Городе, то ли возле него. Как утверждали посетители заведения, между двумя компаниями вспыхнул конфликт, переросший в стрельбу. Но, как пояснили в областном управлении внутренних дел, в полицию поступило заявление о драке, а не о перестрелке. И еще, повздорившие мужчины были пьяны, а конфликт произошел из-за личной неприязни. В Димитровграде в лесном массиве около лесного озера нашими коллегами из телекомпании ДИМ-ТВ обнаружена свалка люминесцентных ламп. Эти осветительные приборы относятся к первому классу опасности отходов, так как заполнены парами ртути и содержат аргон. Именно поэтому их категорически нельзя разбивать и выбрасывать. Нам необходимо сейчас срочно вызвать на место полицию, попытаться найти, кто это сделал, и посмотреть и передать эту информацию в специализированную лицензионную компанию. В минувшее воскресенье, 24 июля, на автотрассе Ульяновск-Казань зафиксирована массовая гибель овец. Правда, погибли они под колесами грузовой «Газели», что хорошо видно на кадрах с видеорегистратора. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, но уже сейчас возникает вопрос к хозяину домашних животных или к тому, кто их выпасал, что они делали на проезжей части столь оживленной трассы.